Здравствуйте, друзья. Так, мы сейчас с вами продолжим тему выращивания плодов. Вначале была уточка, потом дерево, потом плоды. Дикари не дикари. Я уже разобрался с теми, кто утверждал, ссылаясь на 90-летние данные, старые, чуть ли не дореволюционные, что вырастают дикари. С ними я разобрался, но время идет, а оппоненты глубокомысленно молчат, так ничего не вырастили. Вот. Не нашел я у них. Знаете, я 150-200 моих фотографий в интернете уже присвоены другими. То есть есть что присвоивать. Вот, Железновская. А вот о них ни одной фотографии так и не присвоено, значит, у них их и нету. Тогда получается, что же не утверждает, то что не знает. Вот, а я продолжаю. Смотрим сюда. 15 сентября. Персик начал осыпаться, падать. Это 22-й год. Тут еще много на ветках висит. Ну, уже, наверное, ветра полтора уже, наверное, занесли. Сейчас он тоже собрал. Такие вот размеры. Грамм по 50, наверное, есть. А там вот на том дереве, там вообще крупное. Но все равно урожай очень хороший. Вот он. То, что вот ведро собрал. И тут еще сколько много. Это все вот одно дерево. Тут другое дерево. Вот это дерево второй год начал подавать. Оно немножко тени. Ну что интересно, здесь покрупнее плоды. Тоже сплошь все усыпано вот. Там-то с румянцем, где солнце попадало, а здесь вот немножко синечки, но тем не менее крупные даже вот. Вот они все. Вот все висит. Тут вот, вот. Там, тут. Вот. Замечательно, наверное. Так, и вот еще есть один фильм. Другое дело, что он еще вчера открывался, сегодня нет. Видите, не хочет. Я тогда, знаете, это хорошая тема. Я специально подчеркну, что вот это вот. А вот это вот. Это сейчас так. Это 22-й год, а но ведь история на этом не кончится, жизнь продолжается. Смотрите, а у меня на телефоне, тут она не открылась, а на телефоне сейчас открою, и вы будете поражены. 19 июля. Вот так вот выглядят сеянцы. Персика Хасанского. Хорошо выросли. Это все со своих косточек. Густо посажено. Вот. Ну, высоту уже вот достигли уже где-то сантиметров 60-70, наверное, вот высота. Некоторые экземпляры. А снизу вот чуть меньше карандаша диаметр у корневой шейки. Неплохо выросли. Я надеюсь, вы видели это чудо. Практически 100% схожести. Вот теперь скажете, ну что, в Сибири от Железного. Вот, сказки. Не все ж меня знают. Вот, хотя меня телевидение десятки раз снимало, но это еще не значит, что знает вся страна. Вот, значит, что получается. Итак, давайте прочитаем. Значит так. Вторая фильм, который вы видели, здесь написано Валерий Константинович. Доброго вечера, сеянцы персика Хасанского. Ну хорошо, но это иначе он Железовский. Читаем дальше.
Город Мелеуз, Башкирия. Я ваш старый знакомый Галеев Раиль. Сеянцы уже свои, но старт был с вашей костью. Вот. А это старт, знаете, когда был? Несколько лет назад всего. У меня есть фильм за 21 год. И там уже были первые персики. Но мне неудобно, я его показывал в прошлом году, можно сказать, хвастался. Вот. И мы это можно было бы закончить и сказать, ребята, если бы все вот так вот смогли бы. Это как анекдот, когда женщина 4 ведра абрикосов отборных. Это было в Ульяновске, помните, я жаловался вам. Взяла, принесла на рынок, продала, народ в тихом восторге, они же вкуснее этих местных. Вот. Меня удивило, что это взять, продать курицу, несущую золотые яйца. То есть продать золотые яйца, вот эти вот. Вместо того, чтобы, ну ладно, там, мякоть съесть, подарить, сварить, сделать компоты, соки, варенье. Косточки, да за что ушли с базара в чужие руки. Вот. Которые наверняка не понимают, что с ними делать. Вот этот период хотел отметить. Ну, вот такой короткий фильм. Если это верное, хватит ли мне здоровья. Вот это вот особая папка. И здесь у меня, знаете, как это называется? Фото плодов железа в чужих садах. Хоть слово «чужие», наверное, я неправильно применяю. В садах учеников. Так. И 4 или 5 фильмов снял последовательно, а вот длиннющая папка. А впереди огромный, огромный брос новой информации. С Украины там тоже есть успехи, с персиками, в частности, моими путями. С Украины, Беларуси, с Казахстана, с России и даже из-за границы. Да, то есть Прибалтика. И вот получается следующее. Будет огромная папка еще, то есть мне придется делать еще одну папку, потому что вот будет сейчас все на меня обрушится вот эта информация по моим косточкам, саженцам, черенкам, все это превратилось. Вот эти чудеса частично вы уже видели. А самый вот этот конец вы не видели. Результаты в садах учеников переслал Сафронов. А Сафронов тоже тысячи наших с ним учеников, то есть своя отдельная, как называется, канал, не знаю, в общем, там их тысячи. И эти тысячи там же и обмениваются. Вот. А он собрал это и мне прислал. Давайте посмотрим, почему. Я вот это только глянул, еще продолжу фильм. Вот это глянул, только ты сразу, ага! Посажены косточки 5 лет назад, под Москвой, Чеховская, ура, с косточки, вот скажите, что они невкусные, что лучше их выкинуть, а купить на рынке. На рынке я купил, мне было стыдно потом килограмм вот этих самых, потому что сейчас время там у нас еще они, вот такие вот все, вот такие вот у нас все плоды, в Сибири. Вот. И а надо было как-то выйти из положения, ну, угостить. Я купил этих рыночек. Один съел, долго плевался. Страшные вещи продают, абсолютно. 100% несъедом, даже не то, что не кусаешь. Вот. Ну, короче, я дал тому, который сказал, ладно, я и таких съем, потому что никаких в жизни никогда их не видел. Есть еще люди, которых еще, и для них и это. И практически за гранью возможного с несъедобные персики. Вот они с косточки. Видите? Вот. Ну и что получается? Итак, это уже будет еще пример. Вот еще пример. Это, наверное, к этому письму. В Чеховском районе. А вот это давайте посмотрим. Привет из Санкт-Петербурга, здравствуйте, уважаемый Валерий Костянович. Посылаю ваш свой небольшой фотоотчет, ваш менеджер из Санкт-Петербурга. Очень кстати это письмо, потому что там по абрикосам вообще труба. 6 лет назад получил от вас косточки, в этом году первый урожай. То есть получается на 6 год.
Конечно, 25 штук, зато долгожданная, сладкая, ароматная, без горчинки. Молодец. Вот видите, а что мне это сказали, что выросли диски? Я буквально как вот так, знаете, ком грязи, раз мне можно вот так со мной обращаться. Вот. Вот это все, которые я поверил, и мне все получилось. Низкий поклон за неоценимый труд. Служение Мерида Самойлова. Ну что я скажу? Абсолютно культурные эти плоды даром, чтобы отжились. Ну дальше была вот эта фотография, неплохо у нее поросли. Возможно, я тоже с этих косточек своих. Возможно, с моих. Вот. И все равно приятно. Прививка в штамп. Евгений Засенев. Кстати, Евгений, вчера я ему выслал. Привет, Евгений. Вчера я выслал вам нож прививочный. Вот, и это самое. Понял то, что вы серьезно собираетесь продолжать рассказ на канале. Но для этого много чего было. И что я сделал прививку черенка крупноплодного железа, в штамп нашего абрикоса ниже прививки пошла ветка с такими же крупными листьями. И вопрос, как вы считаете, будут ли на этой ветке такие же крупные абрикосы, как крупноплодного железа? Нет, скорее всего нет. Мне надо перенести будет, как бы не забыть. Для этого вопрос для вебинара. Вот. Ну, давайте смотреть, что еще нам судьба приказала. Мы из Челябинска. 15 лет назад был покажен, посажен абрикос, сорт известен. Так. Ой, это, знаете, он сюда почти случайно попал. Это тоже для вебинара. Вот. Это я уже отвечал. Дерево, как и нам, нужен супруг, лучше несколько. Для опыления зачатия. Но вы понимаете, что 15... Ай, жалко, эта тема совсем другая. Но все же обратите внимание, искалечил дерево. Искалечил. Не могут без штамба, ну не могут. А потом ко мне уже за помощью. Ладно. Видите, обман шарлатанства, это значит, что у железа косточек получаются только дикари. От Юдиной Веры, Зарубцовского района Алтайского края, с благодарностью. Мои первые абрикосы, минус 47. Я не говорю, что из косточки или привитые, но мой. Вот. А зимой было 47. Это уже сенсация. Так. Прекратить здравие, заказала по каталогу семена. Ответа не дождалась, вышла на Антона. Он посоветовал на почту. У меня плодоносие, а вам уже кое-что есть. У меня плодоносие ваши весы, получили замечательно. Подчеркнем. Уже хорошо, хочу снова развести. Плодоносят яблони из ваших семян посадки 12-го года, уже второй год без прививки. Очень вкусные. Первая яблони была без кислинки, даже когда зеленый не зревший. Итак, именно. Какого 20-70 лет назад. Это ее фотография. Я согласен, что опять же с этой самой дамы третьей, одуревшая от этой. От злобы, это был ужас какой-то. Видели? Карина живой вырастет. Вот, пожалуйста. Ну, пусть 10 лет. Скорее всего, это на 8-9 год получается. Неплохой сорт. Из моей семечек яблок. Так, это ваш аппорт. А вот это уже прибито. Спасибо, Валерий Вабин. Началось прививать. Здорово. Скажите, обманул я? Это ваша порт. Скажите, обманул я ее? Это что вам? Вы любой этот питомник. 99 из 100, обратитесь. Они даже сами не знают, что продают. Я хочу снова развести вы. Зато плодуются яблони из ваших семян. А, это та же, наверное, Южаковая, та даже. Так, это просто повторилось. Ладно.
городская сердце, да, привитые. Вот он, ну, зимний, лежит до следующего урожая. Значит, неплохо. Конечно, это не Мерседес, это как автомобиль Жигуль первой марки. 2101. Вот. Значит, это прекрасная вещь, которая лежит все зимы, и все. И уже следующего урожая, она все еще не портится. В общем, неплохо, неплохо. Не быстро, но неплохо. Вот, Александр Нажарин, это особый случай. Я ему продал трехлетний матросский абрикос. Он первый год мне не стал принимать прививку. Прививка не проснулась, он немножко рос. Второй год опять, и третий год опять прививка мертва. А он уже вырос на районный куст, а тут приезжает Александр Нажарин и покупает. И дальше было два фильма, есть куча фотографий. Вот. Это Абакан получился прекраснейший. Уже культурный, представляете, из косточки. На три прививки он принимал. Я это называю, знаете как, я это называю инфицирование. То есть туда попали гены, скорее всего, культурного сорта, который я привал. И вот результат уже на ножовщик не похож. Здорово. У него была дальше блестящая карьера. Перенес одного дерева с кости, такой рассад развил. Вот. Бурятия, Забайкалье, конечно, это пригороде Улан-Удэ. Это вот Бурятия, это какой-то канал. Так, перейдя за ограду от участка, можно подумать, что оказался в одном из южных городов России. Обратите внимание, груши, яблони, вишни, похожи на черешню, главное абрикосы. Дальше у нас 30 лет, рассказывает Юрий. Вот. Ну а потом я кое-что пропускаю, а вот это вот раз и синим обвел, значит, что это меня касается. Следующие три абрикоса, это сорта Серафима Артема Мур. Их плоды достигают веса 22 грамма. Очень сладкие. Выписаны все три были у Валерия Жилинова. Ну что ж, значит, если уже попал в какой-то канал, значит, того стоит. И мои сорта тоже того стоят. Так, Алекс. Валерий Константинович, особо благодарный за выпускное издание. Прочитал на духу. Это выпускное издание, это моя книга. Нарисила, пробила раду знаний по обрезке плодов. А малый формат, это вот это сейчас. Покажу ее. Вот здесь у него тема обрезка спасательная, губительная, тайна дерева. Выбираем саженец на рынке, как создал солнечный серый сад. Вот что похвалил человек. Вот, а это 100 рублей, а если 4, то 200. Получается 4 по 50. И не могу продать. То есть практически, да, про них кто об этом знает. Вы же не рекламируете, не помогаете мне, друзья. Вот. Очень удобно, мало формат. Еще раз, да, удобно. Это может быть карманным, правильным путеводителем по насущным вопросам. У меня плодоносили ваши волосы. Замечательно. Пропали, хочу слово развести. Плодоносит яблони из ваших семян. А, это случайно. Это слово Инны Южакова. Так получилось, что это повторяется. Ничего. Я старею. Но если убедился два раза одно и то же. А это нет. Вот. Здесь, кстати, вот эта фотография, она сюда, скорее всего, случайно попала, это для вебинара. Вот, листики опустились, дерево погибает, причина мульчирования, это стало модным. Калечат деревья только так. Вот, только так калечат. Так. Ну ладно, даже так получилось, что повтор, ничего страшного. Ничего страшного. Вон железо в башке. А, это
Так. Ага, понятно. Это продолжение того же самого. А нет, Барби, то была, по-моему, Бренти. Ну, разберемся. На мой взгляд, с серьезным испытанием температура зима 40 и ниже. Пострадали много-много чего. Прививки же, сделанные из ваших черенков, в основном не пострадали. Это хорошо, да еще абрикосы. Давно хотел усвоить абрикосовые культуры, саженцы к нам завозили, не марнотеки. В конце 2008 года, это, господи, естественно, 23-й год, это 17, 15 лет назад. Выписал черенки плодовых весной, саженцы на к абрикосу. Привал абрикос, слива, персик, черный абрикосный терн, черешня на вишню. И как вы заметили, абрикосный терн не лучший вариант, хотя первый год прививки вырастает на 1,5 метра. Дальше рос небольшой, цвет на 3-й год. А вот сорта абрикосов привиты на мажорские абрикосы, это тисси урожай, результат. Вот, небольшое цветение на 2-й год, урожай на 3-й. Сливы, чернослив, черный абрикос, тоже радует глаз. Урожай слив на 3-й год, черносливы, черный абрикос на 4-й год. Ну, столько лет, конечно, всегда без успеха. А вот они, фотографии, здорово. Какие красавцы. У яблони плоды после прививки на 3-й год сорт мелко-красная. По-моему, это не новое, это, по-моему, абрикос. Так, где же мелко-красная? Вот. Грушина еще же год сорта чижика. Лесная красавица. Плоды соответствуют названию. Прекрасное вкусовое качество. Красивое, крупное. Тоже относится к черешне Бодлера. Добавляю, что они просто сказочные. На 5-й год черешни Красноярска, грушина Рядная Фима. Все ваши предложенные садовые культуры прекрасно подходят нашему клиенту. Анатолий Вепрем, Башкирия. Но я на всякий случай, я сейчас буду... Тут все конца и близко не видно. Я знаю, что делаю. Я сейчас прокомментирую, и на этом все. Честно говоря, мне довольно трудно, вот идея достается. Все ваши предложенные прекрасно подходят. Башкирия, комментарий Железов. Дорогой Анатолий, знали бы вы, какое огромное дело сделали. Я уже был устал от оптимистических писем, сибирских, уральских, и что особенно обидно, за европейцев новину. Пишут, как под копирку. Мы вам не верим. Нам наши агрономы средней полосы России говорят, что у нас вырастить абрикосы, печки, черешни, вишни, груши невозможно. Мы, мол, специалисты, сами пробовали и зареклись. Ну, закусывай больше на ваши фотографии. Вот так. Дальше боюсь, потому что еще столько всего тут, боже мой. Сколько тут всего. Наверное, я буду заканчивать. Я бы мог отсюда выбрать, ну хотя бы то, что выращено из косточки. Сколько мне можно доказывать? Вот. Одно и то же. Вот. Сотни абрикосов косточек, ни одного дикаря. Сколько вы будете брать? Только из ненависти того, что сами не смогли, для вас сама мысль невыносима. Вот Железов продает косточку абрикоса за 1000 рублей. А как ату его, вот этого Железова. А я продаю летом за эту 1000 рублей не одну косточку, а 60-70. Да что же вы совсем охерели. Вот. Схожесть до 100%. 1000 рублей. Целый огромный сад. Если так они будут сходить, как у меня сходят. Вот. Как у меня сходит. Ведь это легко добиться. Ведь у многих я же уже показывал фильмы. Я уже это все повторял. Вот, свеженькое все. 23-й год, вот он. Вот. Ну, смотрите, любуйтесь. Одна грядка. Вторая грядка, третья грядка. Это самосев. И садить-то не пришлось, они сами сходят.
Караул, куда девать? Уже столько вокруг, столько всего. Уже их сотни, тысячи уже их уничтожили косой. И лезут. Вот. 60-70. Ну, поделите это. 1000 на 15. Столько я продаю за 1000 рублей. Вот так вот. До свидания, друзья. Всех вам благ. Ваша хилизация прекращает дозволить.